Привет, ребята! Готовьте вашу гуашь, кисти, воду и будем рисовать. Также подготовьте газету, чтобы застелить стол. Сегодня мы будем с вами делать брызги. Первое, что нам понадобится, возьмите плоскую кисточку, можно из набора Лео. Плоская вот такая синтетика. Нужно ее намочить и добавить побольше белой краски на лист. Теперь мы возьмем с вами немножечко голубого, капельку сиреневого, воды и все это быстренько перемешаем вот такими вертикальными мазками. Работаем быстро, пока наша краска не высохла. Если нужно, добавляем больше белого или воды. А чтобы от воды и краски наши листики не скручивались, внизу я проклеила малярным скотчем обыкновенным. Мазки строго вертикальные. Следите за этим. Все, теперь наш фон готов. И ему нужно высохнуть. Можно высушить феном или 5 минут подождать. Сделать зарядку, листик высохнет и вернуться к творчеству. Меняем плоскую кисть на круглую. Берем палитру и выбираем, какого цвета будут наши тюльпаны. Они могут быть желтые, оранжевые, красные. Мне захотелось их сделать красными. Берем сначала красную краску и рисуем тюльпаны. Самый большой и крупный у нас будет наверху. Оставляйте место между лепестками. Пока рисуем просто красным цветом, потом мы их детально прорисуем. Небольшой тюльпан здесь внизу. Полузакрытый бутончик здесь. И по желанию можно их нарисовать больше, а можно оставить 3. Сколько бы тюльпанов вы хотели подарить? Я, наверное, добавлю еще. Пока краска не высохла, мы можем добавить в красный цвет немножечко белого и даже чуточку желтого. И той же кисточкой прорисовать наши лепестки, сделать их поинтереснее. Не закрашиваем полностью красный цвет, оставляем его на заднем фоне, а спереди добавляем светлый такой оттенок. Посмотрите, как интересно получается. Теперь смываем кисточку и можно взять зеленый. Зеленый также мы сначала сделаем темно-зеленый, а сверху нарисуем уже зеленый плюс желтый. Поэтому пока берем просто зеленый из палитры.
и аккуратно между цветами прорисовываем наши лепестки сверху вниз. Я использую круглую синтетику. Главное не соприкасаться с бутонами тюльпанов. Когда основные листья мы добавили, можно в этот зеленый добавить желтого. Только не слишком много. Полностью не закрашиваем, а только добавляем зеленый рядом. На зеленый с желтым. Аккуратненько подрисовываем у основания цветка, соединяем его с палочкой, чтобы у нас цветы не висели в воздухе, а стали красивым букетом. Также теперь наша задача добавить брызги. Смоем как следует нашу кисть, возьмем желтый цвет, разведем его посильнее водой и добавим брызги сверху, постучав по кисточке. Только предварительно лучше застелить стол газетой. Можно использовать желтый цвет и белый. Посмотрите, как волшебно получилось. Сбоку я хотела еще нарисовать бабочку. Возьму белую краску и синий цвет. Бабочка у меня будет такая светло-голубая. Сначала нарисую маленький кружочек. Это будет голова, туловище. Самым кончиком кисти наметим ей усики. Теперь сами крылья. Вот такая бабочка у нас получилась. Темно-синим подчеркну ей крылышки, чтобы они не сливались с туловищем. Возьмите тоненькую кисточку и аккуратненько добавьте темного цвета. Вот такая симпатичная бабочка на рисунке у нас получилась. Можно добавить дополнительные узоры на крылья или белые блики. Также немножко белого можно добавить на тюльпаны, если у вас не очень много брызгов.
все, наша картина готова. Всем пока!